Привет! Эд Реборн! В последнее время я в комментариях у себя часто замечаю просьбы посмотреть ролики Стрейфа. Так вот, вы просите, я смотрю, но, друзья, если вы хотите увидеть следующую реакцию на Стрейфа как можно быстрее, давайте под этим видосом наберем 500 лайков, и тогда она не заставит себя долго ждать. И большинство комментаторов просило меня посмотреть ролик «Самый тупой полицейский в GTA Самп». Вы просили, смотрим именно его, так что погнали, уверен, будет так же ржачно, как и предыдущие его видосики. Погнали смотреть. Сегодня я попробую себя в шкуре полицейского и буду наводить порядок в штате. Давай. Я еще ни разу не служил, поэтому это мой первый раз. Здравия желаю. Ну, раз ни разу не служил, понятно, что это твой первый раз. Полковник Говноедов, промокод Стрейфа вводили? Нет такого. Так, это реклама этого. Сядете на 15! Так. Нет, подожди. Будете, хэштег вот, Стрейф. Все, ладно, здесь остановимся. Так. Окей. Если не сделаете, быстренько у меня сядете на 15 суток! Прямо фига сейчас себе. По щелчку пальца я стану так. Полковником поли... Петух! Я тебя посажу! Как ты меня посадишь, если ты петух? Я хочу вот работать. Фио! Что? Фамилия! Имя! Отчество! Чмо? Так это имя, а где фамилия с отчеством? В смысле? Филибет Михаил Олегович? Вы нам не подходите! Почему? Потому что вы... Чего? Хавать будете? Не буду. Почему? Сыт. Кто? Я. Не сыте. Пойдемте хавать. Я сыт. Вы не сыте. Мурс не кусается. Я не голоден. Почему? Потому что я сыт. Вы не сыт. Да, я этого и ожидал. Шикарно. Придурок! Здравия желаю! Я хочу служить в полиции! Как звать? Слава! Украине! А звать как? Слава! Украине! А зовут-то как? Слава! Украине! Долбоёб! Здравия желаю! Документы на машину! О, господи! На вашу? У меня нет машины! А это чья? Моё! Ваша? Нет! А чья? Моё! Документы на машину дайте! На какую? На вашу! Эту? Вашу? Это не моё! А чья? Моё! Какого хрена? Что за абсурд? Ваша! Наша! 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 Оля! Оля! Таня! Галя! Да хватит! Машина чья? Моё! Ваша! Наташа! Какое... шикарно! Машина! Галина! Да ты придурок! Повысьте меня! Кто ты? Полицейский! Поздравляю! Теперь ты... лежачий полицейский! Так, по-моему, понизил. Ого, спасибо! Стоять, вы арестованы! Я не арестован, я Саня. Вы задержаны! Я не задержан, я Саня. Вы нарушили закон! Я не нарушил закон, я Саня. Я вас посажу! Я не посажу, я Саня. Вы идиот? Я не идиот, я Саня. Помогите, у меня машину угнали! Какого цвета? Не помню. Какая марка? Не помню. Какие номера? Не помню. Принял, будем искать. Товарищ Мустар! Че? Я друга потерял. Как он выглядит? Хреново. Какое у него лицо? Овальное. Во что он одет? Одежду. Понял, будем искать. Здравствуйте, я на собеседовании. Вы нам не подходите. Потому что вы кто, попугай? Почему? Потому что вы попугай. Вот так. Нет. Потому что вы петух. Почему? Потому что вы петух. Вот так. Нет. Почему? Потому что вы макака. Так. Ладно. Здравия желаю. Что везете? Мусор. Вы арестованы. Ну что? За оскорбление со... Я так и думал. Сотрудника полиции. У меня мусор в багажнике. У тебя еще и полицейский в заложниках. Ты сядешь надолго, засранец. Сыр. Ой, сыр. Что, колбаса? Я нашел... опасного преступника. Где? Вот он. Это дерево, идиот. У него есть ствол. У всех дерево. Классный каламбур. Деревья, стволы. Значит, все деревья нужно посадить. Они... так посажены, да? Так посажены, придурок. Внимание. Так. Что? Внимание. Что? Внимание. Да что? Спасибо за внимание. Здравия желаю. Что сзади? Жопа. Сзади машины что? Багажник. Что везете? Труп. Оружие. Наркотики. Так.
И помидоры! Арестованы! За помидоры, да? За перевозку помидоров! Здравствуйте! 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 Мне, пожалуйста, чизбургер и колу! Ты ничего не попутал? Ой, точно! Не чизбургер, а гамбургер! Ты в полиции, придурок! Ну тогда мне куриные крылья! Офигенно! Ну, начальник, прими на работу! Как зовут? По имени? Зовут как? По имени? Имя! А? Пол? Очень приятно! Я потолок! Где раньше работали? В банке! В банке? Да, в банке! А в бутылке случайно не работает? Работу? Зарядку по утрам делаешь? Делаю! И для айфонов, и для андроидов! Когда у тебя... День рождения. 28 декабря. Какого года? Каждого. День рождения у тебя когда? В этом году. Год какой? 2020. Родился ты когда? Зимой. Число? 15. Что 15? Ну ты число просил? Какого хрена? Год не 15 число. О, господи. Здравия желаю, ваши документы. Какие? Техпаспорт. Кого тех? Я один еду. Техпаспорт. Кого тех? Хватит, пожалуйста, я уже не могу, у меня воздуха не хватает. Я один в машине. Техпаспорт. Тут нет никого, я один. Мусора, лохи. Идиот, ты тоже мусор. Блин. Здрасте, на собеседование. Как переводится I don't know? Я не знаю. Вы нам не подходите. Почему? Потому что вы не знаете, как переводится I don't know. Так я не знаю. Я понял, что вы не знаете. Всего вам доброго. Мы полиция, идиот. Там на улице наркотики продают. Где? Вот. Че почем? 10 000. Давай 2. В смысле? Классный мент. Посадите его. Нет. Я сейчас главному позвоню, вас уволят. Звони. Алло. Ваш сотрудник наркотики покупает. Да ладно. Скажи, чтоб мне тоже взял. Что за пиздец? Я желаю. Да. Ваши документы. Да. Вы пьяный? Да. Как вас зовут? Да. Вас зовут Да? Нет. А как? Да. Товарищ пожарный! Погубника! Я задержал наркомарона! Это фермер! Он выращивает травку! Это петрушка, идиот! А чё я сразу идиот? Блин, извини! Я не блин! Я фермер, Даун! Извини, фермер, Даун! Сам ты Даун! Посадите меня! Ты чё, приора, чтоб тебя сажать? Я человеку! Не, лучше не надо сажать приору. Пил. И чё? Я банк ограбил! И чё? Я в магазине жвачку украл! Ах ты тварь! А чё? А ничё? А чё-чё? А ничё-чё? Чё-чё? Ничё? Харчё? Горячё? И чё? Ничё! Стоять, вы арестованы! Какая бумага? Вы задержаны! Я не люблю яичницу! Вы имеете право хранить... Чё? ...молчание! Ну, может быть, в четверг, я не знаю? А в чём прикол? Я вас посажу! Какого цвета у меня трусы? Заткнитесь! Я обычно без трусов хожу! Вы арестованы! Мне раздеться? Нет! Я не бритый! Нет! Так уж и быть, я раздеваюсь! Нифига себе, он что-то как-то слишком сильно изменился! Не надо! Вы свободны! Я полковник! Товарищ уголовник! Я полковник! Товарищ любовник! Да что? Один, два, три, четыре, пять! И чё? Я научился считать до пяти! Поздравляю! Садись лайк! Сука! Желаю ваши документы! Ваши документы! Так. Он не мой! А чей? Не мой! А чей, если не твой? Он разговаривать не умеет! Он не мой! А чей? Не мой! А чей? Не мой! А чей? Да пошел ты на! Что ты? Сразу заговорил! Может так же сделать! Вчера вечером! Не скажу! Говори! Не!
нет! Говори, говорю! Нет! Говори, говорю! Кому говорят, говори! Нет! Добрый день, я на собеседовании. Так. Английский знаете? Совершенно. Немецкий? Совершенно. Французский? Совершенно. Что совершенно? Не знаю. Совершенно не знаю. Лёха, принеси мне папку. Так точно, сэр! Задание выполнено, сэр! Я так и думал, что будет связано что-то с батьком. Так кто? Мой папка? Здрасте. Идиот! Папку! С документами! Так у него есть документ? Это офигенно. Паспорт и права? О, блин. Да ты долбоёб! Здравия желаю. Что употребляли? Так. Что употреблял? Я спрашиваю. Вы спрашиваете? Что употребляли? Кто? Вы. Вы кому? Вам. Нам? Вам. Кому нам? Я не дадим. Тебе. Мне? Тебе. Нам? Вам. Кому нам? Шикарно. Я тут один. Употреблял чё? Кабачок? Что курил? Дебил? Ты наркоман? Таракан? Ты под чем? Под небом. Принимал что? Кто? Ты? Кто я? Кто ты? Кто вы? Кто мы? Вы? Вы? Мы? Вы? Кто мы? Вы? Я один. Ты? Ты? Вы? Мы? Вы? Я? Ты? Ты? Вы? Кто вы? Хватит! Я не могу уже! Товарищ Грибовник! Да я полковник! Я поймал вора! Это наш! Серьезно? Да, придурок! А зачем ты машину угнал? Это моя машина, баран! Черт, извини! Сам ты че? Че пищишь? Таблетку принял! Ты че? На упаковке написано после приема пищи! После приема пищи, идиот! Так я и пищу. Чё ты пищишь? Ты сам сказал пищи. Помогите, меня сбили. Где? На железном вокзале. Так. Это не к нам. По куда? В жопу. Куда? Железнодорожный отдел полиции. О, спасибо. Здравия желаю, дамочка. От вас пахнет алкоголь. Что вы делали? Я пила. А я топор. Чё делали, спрашиваю? Пила. Шуруповерт, блин. Чё делали? Пила я. А я гожу на косилках. А чё на крыше, а не на газоне? Полковник, срочно машину! Зачем? Мне нужно вам кое-что показать! Что? Вы будете в шоке! Вы такого ещё не видели! Камень. И? Большой камень. И? Очень большой камень! Мы приехали на другой конец света ради камня! Я тебя убью! Это восхитительно. Ой, я уже не могу. Мне реально воздуха не хватает. Это самое ржачное, что я видел за последние несколько дней. Прям огромное спасибо вам за то, что вы меня пнули. И я все-таки посмотрел еще один ролик Страйфа. Но если вы хотите, чтобы я смотрел его дальше, давайте под этим видосом наберем 500 лайков, и будет следующий видосик. Не забывайте, кстати, еще подписываться на канал, оставляйте комментарии. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.